Возвращаясь вот к поездкам Путина в Кронштадт и Дербент, и вопросу о как раз легитимности, насколько сейчас Кремль, АП и сам Путин озабочены легитимностью Владимира Путина, потому что, ну вот, например, появились новости, что, по-моему, «Медуза» на источниках пишет, что Кремль поставил KPI для следующих президентских выборов в марте 2024 года KPI от 80% голосов избирателей должен набрать Путин. Зачем эта легитимность диктатору страха? Это абсолютно правильный вопрос. Это та самая курица с отрезанной головой, которая продолжает бегать, потому что есть отдел в администрации президента, который занимается выборами. У Сталина не было политконсультантов. Сталин знал, что выборы, как мы пишем в книге, 99,91 в некоторых выборах, в некоторых 99,99. На одних выборах Сталин лично, когда он пошел на выборы, набрал больше 100%. Так получилось. Такое тоже бывало. Вот. И в этом смысле это просто такие фантомные боли старого режима, который продолжает думать о том, что мы раньше набирали столько голосов, нам нужно набрать столько голосов, просто чтобы доказать, что мы вам нужны. На самом деле это важный вопрос, в том числе и в борьбе с такими людьми, как Пригожин. У Пригожина есть солдаты, у Путина есть какая-то масса лояльных избирателей. Чем условный Путин отличается от Патрушева или Пригожина или Шойгу? В том, что Путин набирал какие-то голоса. И вот эта легитимность, конечно, ему важна, когда он разруливает внутренние конфликты, он говорит Шойгу и Пригожину: вы без меня не справитесь, потому что меня поддерживает народ. Но, безусловно, когда режим основан на репрессиях и страхе, главное – это, собственно, репрессии и страх. И выборы не имеют никакого значения. И всем сегодня понятно, что с электронным голосованием, с отсутствием наблюдателей, с объежелательными организациями всех правозащитников и электоральных НКО, никакого наблюдения на выборах не будет. И любой результат, который Путин напишет, он получит. Если администрация хочет 80, она получит 80. Здесь нет никаких вопросов. Но просто действительно остались люди, которые были наняты на свою работу при прошлом режиме, и они продолжают думать, что они должны делать свою работу, иначе их уволят. Сергей Маратович, такой масштабный и ключевой вопрос, который кочует из одного интервью в другое. Как режим диктатуры страха в России может закончиться? Какие есть сценарии для таких диктатур? Да, диктатуры заканчиваются самым неожиданным образом. Нельзя не предсказать никогда никак. И есть сценарий, где исчезнет сам Путин. По естественным ли причинам. Либо его сместят, отравят, арестуют. Такое вполне возможно. Напомню вам, что был такой Сапармурат Ниязов, основатель современного Туркменистана, который строил золотые статуи, написал книгу, которую изучали все туркменские школьники. Он собирался править вечно, но умер в 68 лет. Его наследником стал его врач. Такое бывает, да? Бывает. Опять-таки, бывает, да? И диктаторы умирают иногда самым неожиданным образом. Если это произойдет, то после этого будет передел власти. И возможно, что на смену Путина придет либо один человек, либо коллектив руководства. При этом некоторое время, чисто физически, просто на смену Путину не может прийти Навальный. Потому что Навальный сидит в тюрьме, и какое-то время для того, чтобы выпустить Навального на свободу, организовать честные выборы, пройдет. И сначала это будет коллективное руководство. Эти люди постараются построить Северную Корею, некоторые из них постараются открутить гайки назад. Потому что никому не нужна эта война, никому не хочется жить под санкциями. Для того, чтобы получить какую-то легитимность у российского населения, нужно все-таки добиться каких-то экономических успехов. Самый простой способ добиться экономических успехов – это снять санкции. И поэтому люди, которые не были напрямую запятнаны в военных преступлениях, постараются начать переговоры с Украиной и Западом. С другой стороны, есть люди, которые запятнаны в военных преступлениях, которым ничего из этого не нравится, они постараются построить Северную Корею. И борьба будет достаточно жестокой, мы увидим людей, выпадающих из окна, мы увидим людей в тюрьме, мы увидим людей, которые сбегут в Венесуэлу, Эмираты или Китай. В общем, все это будет продолжаться месяцы или годы, тут предсказать ничего нельзя.
Но в какой-то момент либо это устаканится и будет настоящая военная диктатура, как в Северной Корее, коллегиальная или персоналистская, трудно предсказать. Но персоналистской я не вижу, потому что нет такой фигуры, которая имеет харизму и легитимность сегодняшнего Путина. Вот. Коллегиальная, очевидно, должна вовлекать гражданских специалистов, а гражданским специалистам неинтересна военная хунта. Вот поэтому, не только неинтересно, но и опасно. Вот поэтому я думаю, что есть и сценарий, где будет какой-то преемник или коллегиальный орган, который будет вести переговоры, и, естественно, Запад скажет, если вы хотите, чтобы мы сняли вот эту санкцию, нужно сделать это, если вы хотите, чтобы мы сняли вот эту санкцию, нужно сделать это. И хотя Россия не будет, как гитлеровская Германия, оккупирована, вот этот самый экономический рычаг, экономическое давление будет достаточным для того, чтобы принуждать российское руководство к тому, чтобы идти на переговоры, выводить войска, платить репарации, посылать военных преступников в Гаагу, как это делала постмилошевическая Югославия, выпускать политзаключенных, организовывать свободные выборы. Это так или иначе начнется в какой-то момент. Есть, конечно, сценарий полного военного поражения, обрушения режима и нового пригожинского бунта. Будет это Пригожин или кто-то еще. Но пока что тоже трудно это себе представить, потому что нет фигуры, равно великой Путину. Он так их подбирал, и он так делал, что они боятся даже обсуждать заговор против него. Опять-таки у него достаточно лояльных людей, чтобы отравить каждого из них, из тех, кто вокруг него. Кроме, как мы выяснили, Пригожин. К Пригожину, наверное, еще вернемся. Сергей, вот вы сейчас описали сценарий, как такой вероятный, что будет некая там короткая схватка элит, какое-то коллективное управление после Путина. Но, опять же, это сценарий, возможный после физического какого-то исчезновения Путина по какой-либо причине. Вот ваш коллега, соавтор Дэниел Трейсман, он в одном из интервью как раз на вопрос, как может закончиться режим Путина, он сказал, что может произойти некая эрозия власти, когда государственная машина постепенно начинает распадаться и не может отвечать на вызовы, не может оперативно действовать в каких-то критических ситуациях. И вы знаете, я подумал, что как раз 24 июня, возвращаясь к Пригожину, как раз власть российская столкнулась с таким вызовом, действительно с критической ситуацией, и уже тогда они не смогли на нее как-то нормально, оперативно отреагировать. Мятежники Пригожина, как нож по маслу, прошли по Воронежской и Липецкой области, сбили несколько вертолетов. Может быть, вот эта эрозия власти, мы ее наблюдаем уже сейчас? Да, безусловно, мы наблюдаем эрозию власти, и она ведет к исчезновению Путина. То есть существует сценарий исчезновения Путина, где Путин исчезнет до того, как власть полностью развалится. Но на самом деле накапливающееся желание избавиться от Путина в элитах вокруг него, это и есть тот процесс, который Дэн называет эрозией власти. Он идет прямо сейчас, он шел и в прошлом году. Вот иногда говорят, санкции не приводят к расколу элит. Пригожинский мятеж – это типичный раскол элит вследствие санкций. Пригожин идет воевать в Бахмут и говорит, у меня не хватает снарядов. Ему российские власти говорят, никому не хватает снарядов. Мы не можем произвести достаточно снарядов, у нас санкции. У нас нет ни денег, ни компонент, несмотря на все механизмы обхода санкций. У нас не хватает снарядов, извини, Евгений Викторович. Евгений Викторович говорит, извините, мне такая ситуация не нравится. И начинается этот конфликт, и его нельзя назвать никак, кроме как расколом элиты, потому что это и есть раскол ведущих полевых командиров и Министерства обороны. Ну, уж не говоря о том, что мы все слышали утечки, прослушки, из которых видно, что люди очень недовольны тем, что происходит, что в российских элитах нет счастливых людей, да и сам Путин не производит впечатления удовлетворенного человека. Эрозия власти идет, и, безусловно, мы видим, что есть какие-то переговоры все время по треку 1, 2, 1.5. Есть какие-то визиты Киссинджера в Китай. В общем, какие-то закулисные переговоры все время идут, потому что власть больше не уверена в том, что статус-кво является устойчивым.
Вот вы как раз говорите о том, что все-таки санкции тем самым показывают свою эффективность. На прошлой неделе, по-моему, появилось вот это заявление координатора по санкционной политике Госдепартамента США Джеймса О'Брайена. Растиражировали его сразу же кремлевские СМИ. Он заявил, что нет поводов для краха российской экономики из-за санкций. И, в общем, вся ситуация устойчивой выглядит. Да? Мы знаем, что там триллионные дыры в российском бюджете, но вроде как-то все не планируют разваливаться. Так ли это действительно? Пока это происходит именно так, если вы посмотрите на прогнозы роста российской экономики, недавние прогнозы от МВФ, Всемирного банка, они не являются катастрофическими. Да, российская экономика не будет развиваться, да, она будет отставать от других подобных экономик, но катастрофа не произойдет. Та паника, которая началась в марте 2022 года, сошла на нет, ее быстро остановили. И действительно, те прогнозы, которые делали, в том числе и российские власти в марте 2022 года, что будет падение ВВП на 10%, не оправдались. В том числе и благодаря усилиям российских властей, в том числе и благодаря помощи третьих стран, в том числе и потому, что санкции были введены достаточно поздно, в том числе и потому, что, как мы сейчас видим, эти санкции третьи страны помогают обходить. И следующий вопрос, в том числе и к Джиму О'Брайену, заключается в том, готовы ли Соединенные Штаты пойти дальше и вместе со своими союзниками, вместе с Европейским Союзом, который только что ввел и инструмент наложения вторичных санкций, и 11-й пакет, с черными, серыми и белыми списками стран, на самом деле бороться с третьими странами, которые помогают обходить санкции, в том числе и нефтяные санкции. И в этом смысле, да, есть триллионные дыры в бюджете, но есть, как вы помните, и юани в центральном банке, который он может продавать и финансировать вот эти самые триллионные дыры в бюджете. Поэтому ситуация не является катастрофической, но каждое сообщение о том, что Россия опять обошла санкции, построила еще 100 ракет и разбомбила опять Киев или Одессу или Измаил, порождают желание у западных стран все-таки обратить на это внимание и пойти дальше и бороться с обходом санкций. Но, к сожалению, есть такая тонкость, что, конечно, мир устроен очень сложно, в мире очень много стран, которые могут помочь России, есть большая граница, которую невозможно контролировать, поэтому каждая дополнительная возможность закрыть лазейку – это новая открытая лазейка через еще одну страну. Но каждая новая лазейка становится все дороже. В этом смысле, конечно, цель западной коалиции – не столько уничтожить российскую экономику, сколько сделать как можно дороже для Путина, как можно более дорогим для Путина сделать продолжение этой войны, финансирование этой войны. И это происходит. В том числе я привел пример Евгения Пригожина, которому не хватало снарядов, и это важный пример. Министр финансов Силуанов жалуется на недостаток доходов, это тоже важный пример. И Путин, который говорит о том, что у нас все нормально, просто говорит неправду. Российская экономика не находится в хорошем состоянии, российский бюджет не находится в хорошем состоянии. И рост инфляции, связанные с девальвацией рубля, это тоже прямое следствие нефтяных санкций. Другое дело, что российские власти сегодня научились обходить санкции, и это означает, что западным странам предстоит сделать домашнюю работу по усилению этих санкций в 2023 году. Спасибо, что смотрели это видео. Посмотрите другие видео на нашем канале. Поставьте нам лайк и подпишитесь, если вы еще почему-то этого не сделали. Это помогает нашему контенту расти и разрастаться. А это значит, что у вас будет еще больше новых видео, которые вы хотите посмотреть.